Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Dominato Space, и сегодня я расскажу вам, как же делать из вашего набора ConstructBot SoundWave, SoundWave, похожего на Generations 1. Значит, сейчас вы можете видеть как раз-таки мою измененную версию SoundWave, его голова сразу же похожа на то, что мы видели в стареньком мультсериале про трансформеров G1, и как раз-таки здесь мы видим самого SoundWave, интерпретированного в его виде, как он выглядел в G1. Также я сделал и изменил Shockwave. Теперь Shockwave тоже выглядит так, как он был, как он выглядел в мультике, ну почти. И, значит, если сравнить сразу же этого Soundwave с Fall of Cybertron версией, то вы можете видеть, что, конечно, он у нас более худощавый, что для Soundwave не свойственно, если только он не Prime. А так Soundwave такой мощненький у нас. Ну, а в принципе, вот эта версия, это вот, по-моему, самое лучшее, что вы можете сделать. Он, конечно, может трансформироваться в некоторое подобие, вот этого вот его магнитофона, или кассетного плеера, даже лучше сказать. Но, к сожалению, в данный момент он это делать не может, потому что у него недостаточно много деталей, которые символизировали бы как раз-таки его вот эти вот динамики. Ну а так, в принципе, Soundwave фигурка получается достаточно интересная. Как же его сделать? Сперва нужно найти вот такой вот бластер. Он в комплекте, как я помню, не шел, но достаточно похож на то, что мы видели в мультике. Также имеются вот такие вот руки, они с двух сторон покрыты деталями, вот такими вот. Они с двух сторон так зацеплены. Они создают более, гораздо больший объем руке, и так, по-моему, она выглядит покруче. И при этом подвижность остается прежней, что не может не радовать. На одном плече у него будет его пушка, которую можно складывать, но я не знаю, зачем это делать, если так он не будет похож. Лицо мне и так нравится, туловище тоже оставляем прежнее, тоже такая же самая манипуляция производится с другой рукой. Ну а ноги, в принципе, можно оставить такими же самыми, дабы подвижность не теряла, как раз тебе Soundwave не терял свою подвижность. Но также можно сделать и иначе, потому что, как вы можете видеть, когда вы переворачиваете модель, сзади вот такой вот голяк. И чтобы он исчез, можно взять такие детальки и поставить их. Но при этом, вот при вставлении вот этих деталей, во-первых, они по цвету не особо подходят. Во-вторых, они подвижность просто гробят. Поэтому я не знаю, делать так, не делать. Ну, такое по желанию сделать можно на самом деле. Ну, а сзади вот эту вот деталь его звездолета мы оставляем, чтобы она просто прикрывала его спину. В принципе, вот такой вот Soundwave. Сделать такого достаточно просто. Единственное, вам требуется иметь несколько наборов ConstructBots. А все остальное это уже дело фантазии. Вот такой вот Soundwave у нас получился из Generations 1. Надеюсь, вам данный обзор понравился. С вами был я, Dominato Space. Всем желаю удачи и пока.